Приносить с собой и распивать алкоголь запретят. Во время национального праздника Исэх молодежи в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо» и его окрестностях достать горячительное будет нельзя. За общественным порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов. Такие меры предосторожности прежде всего призваны обеспечить комфорт, удобство и безопасность населения во время проведения праздника. Под алкогольной продукцией понимается вся продукция, которая содержит алкоголь, то есть и пиво, и пивные напитки, и все остальные. А также рекомендовано нашим предприятиям и предпринимателям в период проведения праздника в ближайших населенных пунктах, это городе Мирном и поселке Алмазный, приостановить продажу алкогольной продукции.